В ожидании больших перемен сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Урнарском районе. До конца года здесь должны возвести новый многоквартирный дом. Капитального ремонта дождались и сельские школы. В рамках программы модернизации образовательные учреждения получают большие средства. Где-то меняют кровлю, где-то устанавливают новые окна. С подробностями Дмитрий Ковалев. Школы республики вовсю готовятся к новому учебному году. Летом работ, как всегда, не в проворот. Программа модернизации образования добралась и до села Калинина. Местная школа получила солидный транш более 1 миллиона рублей. Деньги решили направить на покупку новых оконных рам. Старые деревянные блоки сгнили, заменить их планировали давно. Отапливать здание зимой становится накладно, трещины пропускают тепло. В школе, конечно, особенно с северной стороны, окна продували, холодно было, и температурный режим мы не могли поддерживать. Для учебы на 5 с плюсом в школе созданы все условия. В прошлом году закупили компьютеры, спортивное оборудование и учебники. Впереди глобальные работы – строительство нового здания. Желающих попасть в эту школу с каждым годом становится все больше, но мест по понятным причинам не хватает. Здание старое. В ближайшее время здесь планируют возвести новый пристрой. Проект уже готов. В пристрое планируют оборудовать новый спортивный зал и 8 учебных классов. Количество вакантных мест в школе должно увеличиться в разы. Весь вопрос в финансировании проекта. Эта школа, я вам скажу, никогда закрываться не будет. Здесь географически на очень выгодном положении стоит вот эта Калининская средняя школа. Это очень сложно. Сюда, это моя мечта была, это моя давнишняя мечта и мечта всех моих 20 лет директорской работы. Преподаватели сейчас волнуют насущные вопросы. Когда увеличится заработная плата, будет ли в их районе возведен бассейн? Но строить воздушные замки глава республики не стал. Пока местным жителям придется выезжать в оздоровительные комплексы других муниципалитетов. Где расстояние позволяет, так и придется возить. Ибо или школу надо здесь строить, да, дополнительные пристрои со спортзалом, или, соответственно, бассейн надо строить. Что будем выбирать? Школу. В районном центре завершается строительство нового дома. Сейчас подрядчики прокладывают коммуникации и штукатурят стены. Во всех квартирах смонтируют энергосберегающие приборы. Поселятся сюда в урнарские очередники. В поселке до конца этого года планируют возвести еще один дом для детей-сирот. Строим на улице Чернышевского отдельно для 15 сирот. У нас опыт есть, мы уже 2 дома сдали. Глава республики отметил, что сроки не должны быть сорваны. Местные власти полны оптимизма и ключи они обещают вручить уже осенью. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.